Это было просто бомба. Друзья, здравствуйте! Это третий выпуск передачки «Мы их не знаем». И третий по значению, потому что у нас сегодня не один гость, а целых несколько. И вы всех их прекрасно знаете. И ждете их выступлений, потому что это группа «Неандерталика». Планы выйти там за рамки виртуозов, или сделать какой-то кавер свой, или сделать какой-то сольный проект, может быть. Наши видео не пропускают дальше, которые сольные, выйти за рамки виртуозы. Пишите альбом. Нет, на самом деле у нас было уйма планов, и она вся похоронена. Под тяжелыми. Когда мы собрались, получается, на первый рок-фест, у всех сразу сольные концерты, сразу мы начнем, то, что сейчас мы начнем группа собираться, летом там начнем где-то выступать, там все такое. Ну, так сказать, это как-то замялось. Потом я решил сделать, как бы, что можно сделать виртуозник. Но за неимением времени это трудно сделать. Но планы были, и мы вот думали, там-то мы раскрутимся, там-то это. Создали инстаграм-страничку, на которую создали, заходили один или два раза всего, подписались на всех. Это был наш геймплан, подписаться на всех, чтобы в ответ подписались на нас, вот. Но тем не менее, у нас там уже там 150 подписчиков или сколько, без какого-либо контента, извините меня, только из-за названия. У вас был просто бомба-ход, когда вы распечатали магнитики, сказали, что вы мега-звезды. И я просто смотрю, как народ ведется на это, и понимаю, что это вообще так просто надо делать всегда. Вот расскажите, кто это придумал, и какие вот последствия это имело, там к вам, не знаю, там девчонки в Инстаграм добавлялись, или мальчишки, что произошло? Ну, кто придумал? Я не буду про это рассказывать. Ладно. Придумал-то я. Вот. Ну, решили, что надо как-то делать какую-то подводку, чтобы развеселить народ, чтобы все. А как развеселить народ, если не предложить им что-то взамен? То есть, ну и решили, что бюджет у нас был скромный. На одну футболку хватило и распечатать несколько флаерков. Бутылка шампанского всегда имеется у нас в закромах. Так что на нее мы не тратились. Она у нас всегда есть. Она всегда со мной. Была такая ситуация, что Костю приняли за очень приличного человека. Мне мои друзья говорят. И почти удалось. Костя, во-первых, его первое появление в консерватории, это шарфик, это просто ангельское лицо, он как струнка просто, добрый вечер, здравствуйте, а куда пройти, спасибо большое. И просто все такие говорят, он, наверное, там, ну, мне так ребята в шутку говорят, наверное, он там и это, по воскресеньям в церковь ходит, и все такое, я говорю, кто? Вот этот человек, сатанист в церкви, начал показывать им видео, он говорит, вообще другой человек, вообще другой, не узнать. Так это еще и актер, понимаете? А филармонию? Пришел тут, вырядился, прическу себе сделал, чуть ли трость не принес, я его даже не узнал, я иду по филармонию, я тогда, по-моему, работал где-то в филармонии или нет? Мне предложили там попереключать слова, как суфлером побыть. Вот. Я их всех позвал, говорю, пойдемте вместе со мной, говорю, сходите, просветитесь хоть немножко. Просто идет, прожектор на него светит, я думаю, кто там идет? Свет не могу просто, свет в глаза падает, говорю, кто там? А потом червоточину увидел, говорю, месье Константин. И подхожу, а он даже со мной, здравствуй, мой друг. И все мы так, со всеми такой любезный. Почти получилось. Давайте попробуем как-то упорядочить нашу беседу. Я этот вопрос задаю многим, в том числе Андриану задавал. Как правильно трясти башкой? Чтоб не оторвало? Да. А ну, какие-то ну, пошаговые если, там если, вещи? Если оторвет, будет не очень, как бы. Ну, там брызги крови, там все же. Ну, в принципе, шоу будет хорошее. По крайней мере, первые ряды точно будут недовольны.
Ну а шоу будет хорошее, я думаю, сорвем бан. Башкой не стоит трясти в круговую. Чисто по медицинским показаниям, да, лучше вверх-вниз трясти. А вообще, насколько я понимаю, надо трясти волосами, а не головой. То есть, ну это если уж совсем правильно. То есть, чтобы не головой, а вот именно раскрутить волосы. Подожди, ну... Покажем на примере, да? Нет, 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 вы уж нагнитесь так. Ребят, как вы заметили, ну, не весь коллектив у нас смог собраться. И у нас есть телемост еще с одним участником легендарнейшей группы Неандерталика. Привет. Этот классный парень помогает ребятам с ударной установкой. Вот, сейчас он почему-то не в строю, не здесь на диванчике. Почему-то вы спрашиваете. Я кинул пацанов, талант уехал по меня. Вообще, ребят, ваш друг, давайте общайтесь с ним. Что это за дела? Каково там отдыхать? А, нормально тебе? Когда все вкалывают, а? Все отлично, да? Какой многословный ответ. Молодец, многословно. Ребят, как вы считаете, эпоха пост-ренессанса, она соответствует духу вашему творчеству? Да кого это надо вообще? Как вы считаете, это сменка или это бахилы? Давайте тогда подытожим нашу беседу и попробуем дать какое-то напутствие. У меня такой совет начинающим музыкантам, да, нужно заниматься тем делом, которым ты интересуешься. То есть, когда я начинал играть на гитаре, я пошел к дяденьке, который обучал играть на гитаре, после первого же урока я лез в интернет смотреть там аккорды, я учил какие-то первые песни, то есть мне это было интересно. Когда занимаешься тем, что тебе интересно, у тебя прогресс идет быстрее. То есть, ну, не нужно заниматься из-под палки, да, потому что иначе, мне кажется, плохо будет получаться. Ну как, у кого-то получается, кто-то вырастает в гениев, но надо понимать, их ли это желание вообще, да, что занимайтесь тем, что действительно нравится. У нас, напомню, в гостях была всеми любимая группа Неандерталика. Мы уже ждем вашего продолжения. Флайеров, да? Да, приходите на Рокфест. Всем спасибо за внимание. И раз, и два, и раз, и три!